Сегодня Max Media Group задает ритм жизни Сочи. От информационного ресурса «Сочи 24ТВ» до радиостанции Max FM и ежедневных новостей на телеканале «Сочи 24», которые смотрят жители и гости города вот уже на протяжении 27 лет. 27 лет медиахолдинг Max Media Group, а это новости. Считайте, что новости каждый день. Вот 27 лет каждый день мы делаем хронологию событий жизни города Сочи. И наши архивы, ну вот, можно вернуться, посмотреть там 20 лет, 25, 27 лет назад, что происходило в Сочи. Конечно, это колоссально, я горжусь своей компанией. Это, прежде всего, конечно, люди, потрясающий коллектив. У нас чуть больше 100 человек, но это очень сплоченный, очень дружный коллектив. Важной вехой в жизни Max Media Group стало открытие городской радиостанции Max FM со 100% собственным вещанием. Сейчас это абсолютно успешный проект. Любимое городское радио, конкурирующее по популярности с крупными федеральными радиостанциями. В этом году ей исполнилось 16 лет. И все эти 16 лет Max FM является единственной городской, по-настоящему городской радиостанцией, которая полностью программируется здесь, в городе Сочи, нашей командой. У радиостанции Max FM 8 национальных премий «Радиомания», и сейчас три наши работы попали в короткий список «Радиомания 2023», и мы держим кулачки. Информационный портал «Сочи 24ТВ» – один из лидеров медиарынка, предоставляющий актуальные новости и массу полезной горожанам информации. Благодаря профессиональному подходу редакторов и широкой новостной повестке, сайт привлекает внимание не только жителей Сочи, но и читателей со всего мира. Чуть ли не каждый месяц сайт «Сочи 24ТВ» устанавливает новые рекорды по числу посетителей, и это не случайно. Оперативно и интересно. Вот, мне кажется, над чем мы работаем в написании новостей с нашей командой, небольшой, но очень сплоченной при этом. И для того, чтобы ускорить наш процесс написания новостей, для того, чтобы выдавать еще больше материалов для жителей и гостей нашего города, мы внедряем новые технологии, нейросети в том числе, для написания текстов, для генерации идей, для создания своих собственных иллюстраций к новостям. И, конечно, телеканал «Сочи 24» вот уже 27 лет держит курорт в курсе всех самых важных событий. Над созданием новостей трудится команда профессионалов. Редакторы, корреспонденты, операторы, ведущие, режиссеры, продюсеры. Здесь важна работа каждого. Кто-то собирает информацию, кто-то ее обрабатывает, другие снимают, монтируют и озвучивают. В сплоченном коллективе рождается насыщенное и увлекательное телевизионное пространство. Оно передает атмосферу и дух самого Сочи. Именно поэтому местные жители и гости курорта его смотрят, любят и доверяют ему. Замечательный канал. Начиная от того, что Сочи замечательный, канал 24 замечательный. И при том я так часто вас встречаю, то есть и на общественных слушаниях, да, и какая-то проблема была с МФЦ. То есть вы прям реально же жизнь города, да, вы как раз освещаете, и на вас надежда. Процветание, больше охвата аудитории и признание в городе. Процветание. Ой, ну, конечно, конечно. Вы побольше, знаете, чтобы смотрела вас. Да, и людей. Новостей побольше таких, знаете, как говорится, от Сохи, с людьми встреч побольше. Чтобы вы дальше продвигались, у вас было много просмотров, подписок на канале и еще лайков. Если подытожить, сегодня Max Media Group – это два собственных телеканала – «Сочи 24» и видовой телеканал «Сочи Лайв», радиостанция Max FM и городской ресурс «Сочи 24ТВ». И, конечно, все соцсети, которые из младшего брата телевещания выросли в его флагмана. История Max Media Group только начинается. Впереди все самое интересное. Новые вызовы, новые технологии, новые истории. Медиахолдинг продолжит радовать своих зрителей, слушателей и читателей, развиваясь и набирая все большие обороты. И Сочи никогда не останется без новостей. Асаль Тулигенова, Дмитрий Петрий, Дмитрий Говорков. Время новостей.